Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Доброе утро, жители Перископа. Доброе утро. Сейчас буду делать кекс бананово-облепиховый. Капуста, но ведь такая нет. Так. Стой, балансируй, не грохнись, пожалуйста. Ой, блин, большой кусок. Кекс готовится очень просто. Начинку можно вообще любую добавить. А предыдущий раз я делала с добавлением какао, банан и соленый арахис. Вот, сегодня я решила сделать белый кекс с бананом и облепихой. Но сейчас я добавлю облепиху, и мой белый кекс станет желто-оранжевым. Чем больше начинки, тем круче. Сейчас еще один банан добавлю. Облепиха горячая, просто ее надо быстро вмешивать. Классный цвет. Просто бомба получается аромат. В итоге получится что-то unreal. Сделала облепиховый соус в микроволновке. Разогрела облепиху и сахар. Потом вмешала туда чуть-чуть крахмала, чтобы у меня консистенция теста сильно не поменялась. Потому что облепиха, она все-таки жидкая. Сфокусируйся, пожалуйста. Мне вот нравится. Я бы вообще так оставила, не перемешивала. Ой, наверное, в кексе я сделаю такие небольшие прожилки, чтобы прям облепиховые при разрезе получились такие оранжевые яркие следы. Банан номер два. Шлеп, 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 шлеп. I don't understand you. Как ему сказать, что у него сердечки цвета какашек? Likes color crap. Ой, надо оставить облепихи. Вот, короче, сильно вмешивать не буду. Можно полотенце, кусочек бумажного? Отлично. Я уже хотела идти и читать, как это сказать, что какашки. Ой, сердечки цвета какаши. Так, теперь мне надо как-нибудь сейчас. Во! Нифига я придумала! Вообще сейчас все будет видно. Что буду делать? Масло, пожалуйста, в бок. Короче, срач на столе, это как обычно. Да нет, нормально все. Так, теперь у меня есть форма. Такая.
Я сейчас не все смогу читать, потому что у меня телефон лежит на верхнем кухонном шкафчике и открытом. Вообще приспособилась. Это кекс. Рецепт могу показать. Можете сфотографировать и себе записать. Короче, мука, разрыхлитель, крахмал, смешивается это все в отдельной миске. Сначала у нас мягкое сливочное масло, 160 грамм. А вместе с сахаром это все смешать. Вот. А потом по одному добавлять яйцо. Яйца у нас 3 штуки. Вот. Затем вот эту нашу смесь, которую мы смешали, вместе мука, разрыхлитель и крахмал, по граммам, вот, добавляем к смеси, полученной масляно-яичной нашей, да? Вот. Потом добавляем какао. Если вы хотите... точнее, не хотите шоколадный кекс, вы просто заменяете какао 15 грамм мукой. Добавляете муку 15 грамм. Тогда получается отлично. Вот. И в конце, после того, как все вот эти вот ингредиенты смешаны, добавляем начинку любую вообще. Я делала банан с соленым арахисом. Получилось просто бомба. Вот. Масса, она получается достаточно такой, ну, густой. Видно, да? Ой, все вокруг разлила. Вкусно, очень-очень вкусно. Теперь мне нужно это все дело сюда. Форму. У меня форма, это кекс. Силиконовая. Но я ее выстилаю пергаментной бумагой, чтобы мне просто было потом удобно доставать. Это тесто, да. Там уже коричневый человечек в перископе. Не знаю, кто вы, девушка или мужчина. Не знаю, правда, я не читаю просто. Вот, вам все расскажет. С самого начала со мной. Мне просто неудобно. Ага, хорошо. Девушка вам с коричневой аватаркой все расскажет. Вот. Все до последней капельки. Девушка с коричневого цвета сердечками. Теперь я тут наведу красоту, чтобы у меня... Я не знаю, что получится. Это облепиховый соус-пюре. Я правда не знаю, что получится, потому что с облепихой это я прям только что придумала эксперимент. Так, и теперь ножом как-нибудь надо это все... Классно! Вообще, блин! Алина, очень приятно. Вы посмотрите, что я придумала! А-а-а! Блин, это вообще круто! Красиво, да? Это кекс. Тесто. Сейчас я это отправлю в духовку. Круто, да? Круто! Вообще, блин! А потом кушать. Да, как раз у меня любимый приедет с работы через час где-то. Так, вы пока посмотрите на этот срач. Тю-тю-тю. Я отправлю в духовку и потом... Вот мое отражение, вот оно, вот оно. Разогретую духовку. Горячо! Отправить кекс. Срач. Ну, да... Такой натюрморт из срача. Красиво, да? Тут яичная скорлупа, бананы, кожура и всякая фигня. Это неизбежно, понимаете? Приготовки теста это неизбежно. Просто у меня тут еще пакеты навалены. Обычно чище, мне просто было в ломы их убирать изначально. Думаю, ну я же все равно на мусорю. Вот, и потом все вместе уберу. Кстати, крахмал лучше использовать кукурузный.
Вот, потому что картофельный крахмал чаще всего подводит, кукурузный меня еще пока не подводил. В плане готовки. Так, это все мыть. Конечно, сейчас помою. Мне еще нужно обед готовить. Вот, говядину в каком-нибудь терияки соусе пожарю сейчас. Это мусор. Елка. Это нет, это как они? Гирлянда висит. Она мигает. Мне просто ее не хочется снимать, потому что у нас идет ремонт, а гирлянда она придает какой-то такой маленький, очень милый вид. Вот, видите, как все чисто стало? Что? Кого? Кого помыть вам? Ну-ка, не наглеть. Давайте мойте сами. Короче, бананов у меня куча осталось. Ой, вообще. А тут все из Иркутска или кто-то из других городов? Так, масло. Зачем-то вторую пачку, блин, открыла. Как вам сегодняшняя погода? Мы вот гуляли с графом. И очень сильно замерзли. А еще встретили в Солнечном много бабулек странных с утра. В субботу утром. Блин, как закрывают масло? Ненавижу. Вот, блин, ты его распаковываешь, а вот чтобы вот так вот собрать, это Unreal какой-то. Клево, соседи по району. Да-да. У меня вон даже на окнах еще всякая фигня. Вот такие дела. Ладно, я сейчас пойду мыть посуду. Это будет вам неинтересно смотреть. А, может быть, выйду в перископ, когда кекс уже приготовится. Вот, покажу, что получилось со всякими этими разводами классными вообще. В каком? Вот в этом в красном, розовом, дурацком, недостроенном. Сколько лет его уже строят? Понятно. Ой, у вас на аватарке Алабай. Это ваша собака? Угу. А у меня граф русский спаниель. У наших друзей тоже Алабай. Вот Тугарин. Тоже белый такой дурень дурацкий. Я его люблю так. Туги, и он хвостиком своим обрезанным виляет. Ладненько, все. Пока-пока. Вам хорошего дня. Потом покажу кекс. Вот.